Добрый день, подписчики канала Юный Папка. Сегодня у нас на распаковке и на обзоре интерактивный единорог, радиоуправляемый к тому же. Посмотрим комплектацию. В комплекте у нас инструкция, единорог, который уже включился, пока потухнет, зарядное устройство USB, пульт управления на английском языке, все. Вот, собственно, сам единорог. Единорог работает от аккумулятора встроенного. Скорее всего, литий-ионный, там аккумулятор 3,7 вольт. Предварительно игрушку мы зарядили, вставили в пульт батарейки. Сюда требуется две пальчиковых, 2А батарейки. Вот, сейчас будем пробовать, что он из себя представляет. Да, у этой игрушки есть два режима громкости, когда включаете, вот здесь кнопочка включения. Есть средняя громкость и максимальная. Мы сейчас будем пробовать на максимальной громкости. На теле данной игрушки есть несколько сенсоров. Один у нее на спине. Если погладить, она вот так радостно реагирует. Также есть сенсор на морде у нее, на носу. Вот так она реагирует. Причем с каждого боку по разным сенсорам, по-разному реагирует. Вот. Еще есть датчик, расположен он вот тут, когда расчесывать ей волосы. Вот, вот так она на радость. Расчески у нас есть, проверить возможности нет. Так, теперь функционал с пультом управления. Так, что можем? Ну, стандартные манипуляции. Это вперед, назад, право, лево. Попробуем. Вперед, назад, право, лево. Это все работает. Есть режим уже скачки. Run. Где она скачет, как мы видим, попробуем. По разным кругам. И есть режим еще одной скачки, уже немножко другой озвучкой, другим радиусом. Так, следующий функционал follow me, это следовать за пультом. Если лошадка стоит нам боком, успокойся. Лошадка стоит нам боком, мы стоим где-то сбоку, нажимаем кнопочку следовать, и она придет в пульт. Почти попало, но будет следовать в сторону пульта. Вот такой функционал есть. Следующий режим, режим танца. Ну, включаем. И наслаждаемся. Вот, у нее какие-то датчики есть на груди тоже, поэтому, когда ее трогаете, все там срабатывает. Из режимов по пульту есть еще программирование. Нажимаем кнопочку программирования, потом жмем вперед. Вправо, вправо, влево, назад, кнопочку программирования, и она эти программы выполнит. Мы тестировать не будем, потому что у нас мало места. Есть также режим сна. Можно ее ввести в режим сна. Вот она. Спит. Немножко странно с музыкой, но спит.
следующие еще режимы есть. Сверху три кнопочки, тут яблоко, кусочек сахара и редиска. Ну, я так понимаю, она выражает радость, когда ее этим угощаешь. Попробуем яблоко. Да, на глазах тоже, вот видите, яблоко. Съедает. Один огрызок осталось. Довольно. Теперь попробуем кусочек сахара. Лизнула сахара. Довольно. Станцевала. Молодец. Так, еще есть режим комп, расческа и режим палочка. С этим пока не совсем разобрались. Вот. Попробуем нажать. Вот, это... Наверное, кайфует. Вот. Пока непонятно. И режим стори. Скорее всего, будет какая-то история. Рассказывать историю. И наконец последний режим, который не рассмотрели мы, еще кнопочка, какие-то детские забавы, если переводить на русский. Вот такой вот интерактивный конь с рогом на лбу. Отличный подарок для девочек. Вот, функционал большой. Ну, показали еще не все. Так что все круто. Всем пока.